Новый ФАП будет обслуживать два населенных пункта – село Матюшино и поселок Бакча-Сарай. Общее количество населения – 207 человек, из них 39 – дети. Мы третий год делаем программу, ежегодно выделяется 330 миллионов рублей. Несмотря на экономическую ситуацию, уже программа будущего года, она сверстана. Президент такую команду дал. На селе врач и царь и бог. Недаром фельдшер высшей квалификационной категории Нина Георгиевна Альмухаметова, почетный житель села Матюшино. Стаж работы 46 лет. Ежегодно фельдшерско-акушерский пункт, которым она заведует, принимает более 2000 посещений. Хочу поблагодарить президента Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалиевича, вас, Фарид Хайрулович, и всех остальных за представленную возможность работать в таком замечательном фельдшерском пункте, где имеется все необходимое оборудование для оказания первой медицинской помощи. Стоимость типового ФАПа 2,5 миллиона рублей. В этом году запланировано построить 75 модульных ФАПов в 43 районах. Республиканский бюджет выделил на это средства в размере 176 миллионов рублей. Республиканская программа осуществляется в рамках проекта партии «Единая Россия. Качество жизни, здоровье», цель которого – повышение качества жизни населения. То, что мы реализуем очень серьезную программу, по оздоровлению нашего народа, по доступности медицины, многими крупными проектами. Но на самом фундаменте, в самом внизу, в начале этого пути стоят фельдшерско-акушерские пункты в каждом населенном пункте нашей республики. Их более 3500. Сергей Шерстнев, Рустам Кадыров, телеканал «Эфир».